Сотрудники Тверской прокуратуры продолжают удивлять жителей Верхневолжья. Недавно мы рассказывали о том, как, вооружившись лопатами, стражи закона высадили в центре Твери настоящий зеленый парк. А теперь в музее прокуратуры Тверской области открылась выставка творческих работ, где представлены альбомы коллекционирования и вышитые картины. Выставка приурочена к 300-летнему юбилею российской прокуратуры. Начало моей коллекции календариков «Русские цари». Коллекционирование календарей, открыток и медалей стало для ветерана прокуратуры Августа Леонардовича Аустрина настоящей страстью. В этом календарном альбоме представлены космонавты, спортсмены, политики, деятели культуры и искусства. Я еще с детства понял, что это украшает нашу жизнь, это дает интерес. И сейчас я призываю не сидеть жвачку в интернете, а заниматься коллекционированием. Это живое общение, это видишь красоту. Интереснее жить. И тот, кто занимается этим, нет ни алкоголиков, ни тунеядцев, ни наркоманов. В этих календарях целая история нашего государства. Разные эпохи, разные судьбы. Знаменитый Покрышкин, Маринеско, самый результативный подводник мира, утопивший 13 тысяч немцев. Автор этих замечательных вышитых картин тоже сотрудник прокуратуры. Людмила Солнцева ушла на заслуженный отдых с должности прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью областной прокуратуры. Выполнены эти произведения искусства техникой «Счетный крест». Приезжаешь с происшествия, мозги на бекрень. Думаешь, как, что, ну как раскрыть, как сделать это все, чтобы довести до суда. А тут сел и считаешь вечером, и все, и уже отвлекаешься. Ну, во всяком случае, мозги отдыхали. А потом вот, уже мне так понравилось, что все вышиваю. По признанию автора, в среднем на картину уходит до 4 месяцев. Хотя вот эту Людмила вышивала 3 года. Самая большая картина, там 230 цветов, оттенков ниток. Ну, вот она как живая. Глядя на всю эту красоту, по-другому воспринимаешь профессию прокурора. Оказывается, люди этой среды тоже не чужды творчества. Для прокурорских работников, в общем-то, основное время – это исполнение служебных обязанностей. Но, тем не менее, мы стараемся и выйти за рамки этого. И у нас есть свои творческие личности, и особенно те наши коллеги, которые ушли как бы на заслуженный отдых, в отставку. Выставка работает в музее прокуратуры Тверской области, открытом по инициативе прокурора области Сергея Лежникова. Это место за последние годы стало центром общения ветеранов прокуратуры со школьниками Верхневолжья. Здесь принимают присягу новобранцы службы, и теперь именно здесь можно приобщиться к прекрасному. Мы живем самой настоящей, насыщенной жизнью. Более подробно о работе сотрудников прокуратуры вы сможете узнать в четверг, 28 октября, в программе «Тема дня». Гость прямого эфира – прокурор Тверской области Сергей Лежников. Ваши вопросы главному прокурору региона принимаются на портале «Панорама.Про» по указанному адресу.